Наша книга «Джунгли» рассказывает об удивительных обитателях этого климатического пояса – животных, растениях и птицах. А прекрасные иллюстрации Ирины Троицкой помогают с удовольствием знакомиться с природой. Эту книгу можно начинать читать в возрасте года или двух. Сначала вместе с ребенком вы просто рассматриваете картинки – животные, растения, цветы, птицы. Затем можно к ней вернуться уже в возрасте 3-4 лет и тогда уже прочитать содержание. Вот, например… В джунглях обитает самая большая обезьяна – горилла. Гориллы, как и люди, умеют ходить на двух ногах, но чаще передвигаются на четвереньках, обладают огромной силой, но нападают лишь в крайних случаях. Изучение природы джунглей – это сплошное приключение. Здесь обитают самые хищные и зубастые рыбы – пираньи. Здесь обитают самые разнообразные цветные птицы и тукан, у которого самый огромный клюв. Здесь обитает самое большое количество необычных животных. Вот, например, амазонский ламантин или анаконда, самая большая змея, или рафлезия, самый огромный цветок в мире. А вот желтая лягушка, ужасный листолаз, она самая ядовитая на свете. Самая большая бабочка, птицекрылка королевы Александры, тоже обитает в джунглях. На последнем развороте перечислены все животные и растения, с которыми мы познакомились в этой книге. Это помогает лучше их запомнить и побуждает интерес к дальнейшему изучению природы.